Борьба становится все более напряженной, джентльмены. А пока поговорим об участниках этой борьбы. Ну вот, кстати, Райан Куга. Собственно, что мы знаем о нем? Он пришел буквально с места с улицы. И, кстати, уже имеет все шансы стать признанным фаворитом GFK. Минуточку. Так. Так. На старте он или нет? Ну-ка. Ага. Итак. Yeah.
Вот так поворот. Райан Купер сделал Грина Мэя. Боюсь, что для Грин Брэдерс сегодня не самый лучший день. Рэй Кригер славится не только мастерством, но и... Последний заезд прошел на том высоком уровне, что вы часто привыкли здесь видеть. Этим и отличается же эффект от остальных гонок. Либо это победитель, либо никто. Вот и Райану Куперу порой приходится нелегко, но он твердо стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее. Yeah.
Thank you.
скажете? Пока все идет просто замечательно, и даже Райан Купер наконец освоился. Похоже, отказ от, от ночных забав пошел ему на пользу. В его активе уже парочка блестящих побед, и надеюсь, что он продолжит в том же духе. Вот теперь я понимаю фанатов Райана Купера. В этот уикенд G-Effect он был просто неотразим. И если бы он победил один раз, ну два, это могло быть просто везением, но сейчас мы видим, что этот парень и вправо.